Перед началом данного видеоролика, я, как обычно, хотел бы вам сделать небольшой подарочек в виде АКР Некромансера. Чтобы получить, тебе надо поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой хороший комментарий плюс свой ID и посмотреть это видео без перемоток. Итоги через 3 дня. Всем желаю удачи, а мы идем дальше. Алло, привет, малой! Малой, я у тебя в трусах, давай показывай инвентарь. Показать мой инвентарь? Подожди, давай давай так, покажи мне вначале свой инвентарь. Давай. Окей, давай, я сейчас его скину. Давай, я жду. Все, скину. Фига себе, это твой инвентарь, у тебя 3 ножа. Раз, ну, да. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 статреков. Обалдеть. Так, ну что, давайте, ну, да. Давай теперь скину тебе свой инвентарь. Давай. На тот же ВК скинуть, правильно? Угу. Ну, я тебе скину самое основное, у меня еще есть АКР Treasure Hunter. Вот, все, скинул, смотри. Ого, керамбит голд? Да, у меня есть керамбит голд. Так, ну что, готов на дуэльку? Конечно, давай на весь инвентарь. Давай, дуэльный инвентарь, базара ноль. Так, я зашел. Ну что, показывай свой керамбит. Ну давай ты свой тоже показывай, ты свой вначале покажи. Так, да, вот, вижу. Видишь? Вижу, керамбит скретч, да, вправду есть. Теперь смотри мой керамбит. Нихе! Рили керамбит голд? Офигеть. Красивый? Конечно. Понимаешь, и он может быть твоим, только если ты меня выиграешь. Давай, играем до 5, играем на всю карту, согласен? Да, на изи тебя вытащу тупо. На изи, ну я тебе желаю удачи. Да. Подожди, кстати, а почему у тебя ник топ-1 игрок? Ну, я топ-1 мира, лучше Лондона. Да? Ты топ-1 мира? Да ну. Да. Ну, сейчас мы это и проверим, топ-1 ты мира или нет. А кем ты работаешь, и сколько тебе лет, или ты учишься, сколько тебе лет? Мне 24, и я киберспортсмен. Чего? Кто? Киберспортсмен. Ого! Ну ладно, погнали. Играем на всю карту. Желаю тебе удачи, киберспортсмен великий. Ох, фига себе, ты меня чуть не убил. Блин, походу реально киберспортсмен. А ты чё, думал дум? Не, походу ты реально киберспортсмен, так понимаю, да? Ну да. Фига себе, ты жесткий. Ну ничего, я попытаюсь тебя затащить, потому что я свой инвентарь отдавать не хочу. Не знаю, как ты, но как-то, ну нет такого желания. Так. Да ты... Да блин! Почему? Опа! Остановись, на бэйби! Ай, блин! 3 патрона! Убил! В смысле? Блин, ну вот это, конечно, мы дубы. Ну, ты... Да у тебя же патроны закончились! Ну, я тебя на нож посадил. Я тоже так могу. Слушай, такой к тебе вопрос. А ты реально киберспортсмен? Ну ты чё-то вообще меня еле убил. Да я это, поддаюсь, типа. А, ты поддаешься? Так давай на всю силу играй. Все-таки на кону твой инвентарь, понимаешь? Будет некрасиво, если ты его проиграешь. Ой. В смысле? 2-0. Чего? В прямом смысле! 2-0 ты проигрываешь, и скоро я получу все твои 3 ножа и все твои 100 треки. Ну, конечно, если ты не сделаешь камбэк. Я надеюсь, ты его не сделаешь? Конечно, сделаю. Против такого нуба, боже. А, я нуб. Ну, окей. Желаю тебе удачи. Давай, поехали. Ох ты, блин! Опа! Слушай, откуда у тебя такой дорогой инвентарь? Так я на турнире выиграл. На турнире? В смысле? Еще ты получил на турнире? 5 керамбитов голд. 5 керамбитов голд на турнире получил? Ну да. Так а где они все сейчас? Почему их нету? Я их продал. Ага, я понял, где ты. Я-то и забыл, что мы играем на всю карту. Окей. Жди сюрприз, скоро я зайду и разнесу тебя. Надеюсь. Чего? Просто как батька ворвался, да? Убил киберспортсмена. Я в тебя стрелял же! Ну, бывает! Урона? Бывает. Понимаешь, когда ты киберспортсмен, и не такой бывает. Так. Изи. 3-1.
Я, кстати, тоже киберспортсмен. Кому ты врешь? Ой, ну ладно, ну ты тоже не киберспортсмен, не надо врать. Я киберспортсмен, ты чё? Давай, ну давай скажем правду. Я не киберспортсмен, и ты не киберспортсмен. Не-не, ты так нуб, а я киберспортсмен. А, ну ладно, ладно, все, погнали, играем. Окей, окей, базара ноль, полетели. Так, ага, я понял, куда ты пошел. Опять, походу, на А пошел, да? Эх, нет, ты. Нет, на Б. На Б, ну окей, окей, окей. На Б, ну да, да, 100% на Б. Привет. Ой, ты завис немножко, видать, у нашего киберспортсмена плохой интернет. Смысл? Так. 4-1. Изи. Кстати, я слышу твои шаги. Реально слышу твои шаги, хоть ты и умер. Блин, алло! Блин, алло! Киберспортсмен, ты куда пропал? Все! Это слив! Да ну! Да ну! Ребят, это полный слив. Он просто взял и ливнул перед последним раундом. Да ну! Ха-ха, блин, ох уж эти школьники. Короче, народ, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Блин, самое обидное, что я ему не сказал привет, YouTube. Он взял и ливнул. Так, ладно, ребятки, всех люблю и всем пока. Пока-пока.